Сегодня был мой первый раз. Я настраивалась очень долго. Я очень хотела. Были отговорки, были страхи, но все равно я решилась, я пришла. Ощущения на самом деле необычные. То есть ты погружаешься в холодную воду, вокруг тебя лед. Вроде как должно быть холодно, но ощущения холода вообще нет. То есть как будто тебя обволакивает что-то такое, как будто инородное, и не теплое, и не холодное. И ощущения на самом деле очень приятные. Словами, мандраж все тело в иголках. Почему решилась? Не знаю, просто ради этих эмоций, ощущений.